Мой дедушка у замерзшего озера в богом забытом месте научил меня многим полезным вещам. Бесконтактный бокс? Суть в том, что это тоже бокс, только без контакта. Но я тебя не касаюсь. Наитупейшая идея из всех, что я слышал. Привет, а вот и булочка моя. О, слушай. А? Что сказал Марти? Сказал, это не самая тупая идея, что он слышал, вот. Ананкок, Вирджиния. Я снял домик в честь дня рождения. Там и сделаем малыша. Куратор. Есть VIP-клиент, а у него срочное задание. Гонорар 2 миллиона долларов. Оплата по факту выполнения наличными на месте. Тебя там будут ждать. Дом номер 1465. А как же домик? Он тоже будет. Мне нужно встретиться с хозяином. Хорошо тут. Отличное место все-таки. Ты рано. Ну, пришел вовремя, опоздал, так ведь? О, тут не дурно. Совсем не дурно. Что тут? Игровая? А стол для пинг-понга имеется? Вы вместе дом сдаете? Рад знакомству. Твою ж. Погодите, что за... Нет. А? Это еще что? Что за... Мы его взяли. Что я сделал? Это все, что нам известно о человеке из Торонто. Так как Марин думает, что человек из Торонто – это вы, вам придется притвориться им, чтобы мы смогли найти Себастьяна. Единственный известный контакт – женщина по имени Дебора, которая, скорее всего, его куратор. Он работает один. Какой-то дилетант урвал куш. Или очень крупно влип. Умоляю, отпустите! У вас завтра встреча с Марином в Вашингтоне. Вы в деле? Нет, я не согласен. Вам скажут, как кровь течет ручьем. Вы ответите, на палубе, где капитан уснул последним сном. Понятно? Как кровь течет ручьем? О, да. Течет. Стукнулся там головой. И кровь хлынула рекой. Какого хера он творит? Вот мы и едем. Человек из Торонто умывает руки. Кто бы мог подумать? Этот человек самозванец. Протестую. Я человек из Торонто. Простите, госпо... народ. Нет, 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 стоп, стоп, стоп! Бейте лысого, давайте! Бейте! О, нет, 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 только не это! Что ты в том домике забыл? У моей жены день рождения. Я снял для нас домик, но адрес... плохо пропечатался, и те парни приняли меня за тебя. Просто ошибка. Привет, это Тедди. Я перезвоню. Привет, булочка моя. Милый, это просто самый лучший день рождения. Приближаемся к станции, капитан. Радар 1, это Орел 6-7. На борту новый специалист по ракетным системам. Запрашиваю разрешение на посадку. Капитан Коллинз прибыла, сэр. У нас внезапная перестрелка в Форт-Грилле. Посторонние? Нет, из наших. И, похоже, не один. На данный момент мы единственная станция-перехватчик, защищающая Соединенные Штаты от ракетно-ядерного нападения. Сэр, а вы уверены, что это не экстренные учения или испытания? Тихо. Кремль только что получил приоритетное предупреждение с базы МБР в Тавлинке. Тавлинка подверглась вражеской атаке. Многочисленные жертвы. 16 ракет Тополь-М пропали без вести. Хотите сказать, кто-то украл 16 ракет? Если бы это было так, Пентагон уже позвонил бы нам. Да, сэр. После этого дня Америки больше не будет. Мы единственное, что стоит между Америкой и Армагеддоном. Ты готова к этому? Ключ-карта! Заберите ее! Меня зовут Александр Кессель. Говоришь так, будто я должна тебя знать. После того, как все закончится, ты меня никогда не забудешь. 6-7 террористов под видом уборщиков захватили корабль. Они убили маршала, возможно, всю остальную команду, и пытались захватить центр управления. Морские котики уже в пути. Продержитесь еще чуть-чуть. Сколько? 90 минут. Морские котики выдвигаются в радар 1.
захватили 16 ядерных установок, которые тут же запустят на территорию США. И у нас нет времени эвакуировать 16 городов. Капитан, не дайте им зайти. Ты сдаешься? Exitus actum probat. Конец венчает дело. Хоть всех поубивай. Я не открою эту дверь. Ты кто? Кто я? А ты кто такой? Где Рауль? Какой еще Рауль? Я ничего не знаю об этом роде! Решил украсть мою жену, которая носит моего сына. Нет, это не так. Это она решила. Хотела сбежать. Я ни за что не стал бы красть ее у тебя, клянусь. Я француз. Решает вопрос. Пусть будет в мотеле, когда Мия приедет. А что насчет парня? Это Скини. У нас проблема. Какая? Нас обокрали. Кто-то увез Мию. Высылаю координаты, куда они могли поехать. Порешай. Не кури! Это вредно ребенку. Вижу, очень печешься о ее безопасности. Это мальчик. Поздравляю. Убери пистолет, дорогая. Иди ко мне. Я же говорил, пушки не твое. Ты прав. Я плохо стреляю. А он получше. Нет, нет! Сейчас прокатимся. У нее мой сын! Верните ее! Давай, быстро! Закрой меня! Нужно пристегиваться. Ты цела? Что он делает? Не знаю. Он не отступит. В мире есть места, которые не найдешь на картах. Но они есть. Надо просто поискать. Эй, парень, а ты не слишком молод для бармена? А вы не староваты для выпускного? Из всех ценностей ты выбрал карту. По этому маршруту Магеллан обошел весь мир. Историю любишь? Эти сокровища так и не нашли. Там миллиардов на пять. Ты здесь из-за брата, так? Вы что, знакомы с Сэмом? Найдем золото. Найдется и он. А это еще кто? Я? Я друг Салли. У Салли нет друзей, я знаю, я одна из них. Вы коллекционер? Да, балуюсь. А я не балуюсь. Моя семья ищет эти сокровища очень-очень давно. Столько крови. Он типа убить меня пригрозил. Не трогай ухо, выглядишь полным придурком. Ты сам не знаешь, с кем связался. Да я с самого детства об этом мечтаю. Брат оставил мне одну подсказку. Боже!
погоди. Сопляк решил поиграть с большими мальчиками? Что ж, наслаждайся шотландским гостеприимством. Чего? О, черт!